В Мытищах продолжаются встречи с жителями сельских территорий. Заместитель главы администрации округа Павел Нуштаев обсудил с жителями деревни Афанасово текущие и перспективные вопросы. В принципе, больших проблем нет. Все те же самые бытовые проблемы – это вода, это где-то свет, где-то, может быть, надо асфальтировать что-то. Сейчас активно также здесь продолжается программа газификации. После этой газификации необходимо восстановление благоустройства. Но, в принципе, в рабочем режиме мы готовы здесь все решить. Сейчас здесь вот стоим, тротуар кто-то поломал, обязательно его восстановим. Тротуар вдоль дороги к остановке, он был когда-то давно сделан, соответственно, требует уже модернизации, расширения, улучшения и так далее. Несколько улиц, как я уже сказал, необходимо заасфальтировать. Небольшие объемы, в принципе, это, я думаю, даже не вопрос. И в начало благоустроительного периода, одни из первых, мы сюда зайдем и все это дело устраним. Эта встреча уже не первая. Ранее по просьбам селян уже были произведены работы по благоустройству и освещению территорий. По вопросам благоустройства у нас все выполняется, делается. Вот сделали освещение на улице Невской, произвели демонтаж контейнерной мусорной площадки. Но у нас глобальный вопрос – это передача коммуникации водопроводных канализационных сетей и КНС. Это самый главный у нас вопрос, потому что приходится, уже прошло, как говорится, 20 лет, и приходится самим жителям, в основном сейчас уже все, раньше были молодые, теперь состарились, и, понимаете, говорю, содержать все это в своих руках очень тяжело. И поэтому большая просьба к нашей администрации помочь нам в этом вопросе, в передаче всех этих коммуникаций, обслуживающей организации водоканалу, как это везде и делается. Также жители отметили, что на все их просьбы сотрудники администрации реагируют оперативно, в том числе благодаря чатам в мессенджерах, где можно напрямую обозначить проблему и в короткие сроки получить ответ и решение вопросов.